Даже после выхода на пенсию Наталья Васильевна продолжает работать в Химкинской областной больнице. Как обладатель социальной карты, она имеет право на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте. Однако недобросовестные перевозчики продолжали брать пенсионерки деньги за проезд. Возмутившись ситуацией, Наталья Васильевна обратилась за помощью к депутатам. Я обратилась с просьбой по поводу льготного проезда для пенсионеров по маршруту 154. И буквально на следующий день я ехала по социальной карте Московской области бесплатно. Это было незаконно, конечно. Ему указали на это, что они нарушают закон губернатора Московской области. Единственное, что хочется сказать, что депутатский корпус не оставит это в стране. Мы будем продолжать эту работу. И хочется напомнить всем водителям, что этого делать нельзя. Водителей и нарушителей удалось вычислить с помощью камер видеонаблюдения, установленных в общественном транспорте. К ним были приняты дисциплинарные меры. Все льготные категории граждан, жителей Московской области, которые имеют социальную карту, а именно пенсионеры, ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны, дети войны и многие другие льготные категории граждан, имеют право бесплатного проезда на всех маршрутах Московской области, в том числе городского округа Химки. В городском округе работает три муниципальных маршрута – номер 19, 20 и номер 62.